Уважаемые гости, а мы напоминаем, что ровно в 18.00 начинается торжественное открытие нашего мероприятия. Для этого мы просим вас в 18.00 занять свое место в зрительном зале. Благодарю вас. Уважаемые друзья, мы напоминаем, что ровно в 18.00 мы ждем вас на местах в зрительном зале. Пожалуйста, просим вас не задерживаться. Рассаживайтесь компактно, удобно, и мы начнем наше мероприятие. Уважаемые гости, вновь прибывшие, прошу вас занять свои места в зрительном зале. Давайте оставим зоны развлечений и фотографирования на развлекательную часть. Спасибо за понимание. Уважаемые гости, минута до начала нашего мероприятия. Друзья, итак, мы начинаем.
в Антарктиду станет рекордной 48-й. Наши ребята побывали практически во всех уголках России, выполнив гигантский объем работы. Но знаете, это далеко не предел, и дальше будет только интереснее. Эта история расскажет о тех, кто, несмотря ни на что, не жалея сил и времени, бросил вызов судьбе, чтобы изменить свою жизнь и мир вокруг себя. Они, будущие строители нового мира, те, кто готов взвалить на свои плечи груз ответственности за свою судьбу и судьбу своих близких. Они, добровольцы, готовые изменить жизнь своего университета и своей страны к лучшему. А начиналось все холодной зимой. Первым направлением, открывающим сезон добровольческих поездок, стал величественный двуглавый Эльбрус. Эта поездка была организована администрацией РТУ МИРА и послужила наградой за особые заслуги. Ребята покатались на лыжах, бордах и зарядились эмоциями на грядущий сезон. На этом зимние поездки не закончились. В то же самое время на противоположной стороне нашей необъятной проводилась поездка в Селигерский край. В апреле группа студентов отправилась на заимку Лыковых в Хакасию. Отшельница обратилась к добровольцам за помощью. Агафье Карповне было необходимо восстановить запас дров и комбикорма для животных. 18 апреля завершилась экспедиция добровольцев РТУ МИРА в самую северную точку на карте – в Арктику. Целью поездки было оказание помощи ученым Института географии РАН, проводимых на леднике Иган, самым крупным на полярном Урале. В этом году состоялись 6, 7 и 8 вахты в Себежский укрепрайон. Более 100 добровольцев за 3 смены и необъятная помощь в сохранении истории. Такие поездки не просто волонтерская работа, а возможность проникнуться уважением к подвигу солдат, погибших ради мира на земле. Каждая находка – это не только предмет или останки, это история целых жизней и событий, которые необходимо знать и помнить. В мае стартовал традиционный автопробег в Волгоград по местам воинской славы, приуроченный ко Дню Победы. Второй автопробег проводился уже летом в город-герой Брест. В ночь с 21 до 22 июня добровольцы РТУ МИРА приняли участие в митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Также в мае группа волонтеров РТУ МИРА отправилась в поход по местам героической обороны столицы в Московской и Смоленской областях. Второй поход был приурочен к 80-летию Освейской трагедии, произошедшей в Витебской области. Эта поездка состоялась впервые, но, возможно, в будущем станет доброй традицией. Мы помним подвиг наших солдат. Мы помним подвиг тех, кто боролся за эту победу на линии фронта и в тылу. Лето у наших ребят началось с поездки в Заполярье. В государственном природном заповеднике Ненецкий добровольцы РТУ МИРА достойно справились с поставленными задачами. Я поняла, что Арктика у меня все-таки ассоциируется с свободой, с волей, также с запахом вкусного кофе. В этом году добровольцев, которые готовы помогать в обустройстве территории природного парка «Вулканы Камчатки», набралось очень много, поэтому РТУ МИРА отправил туда 2 экспедиции. Территория парка составляет 287 тысяч гектаров. Ребятам приходилось много передвигаться пешком. Эти долгие переходы позволяли вдоволь налюбоваться красотами местной природы. На Командорских островах ребята провели более месяца. Добровольцы РТУ МИРА в числе немногих людей, кому предоставлена уникальная возможность увидеть первозданную островную природу. Я осознала, насколько классно это путешествовать. Тихие бухты, покрытую зеленым ковром тундру и многочисленные птичьи базары. А на другом конце нашей страны в это время стартовала поездка в Балтийск. Это самая западная точка на карте добровольческих поездок. Балтийск – классный, уютный, такой атмосферный город. Мне чем-то напомнил Бельгию. Крепость Пилау в этом году приняла 8 смен с общим количеством более 80 человек. Помимо поездок в Балтийск в середине июля, добровольцы РТУ МИРА посетили национальный парк Куршская коса, песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада Калининграда на северо-восток. И наша работа заключается в том, чтобы заготавливать корм для животных, которые обитают в национальном парке. Общественный природный парк «Мыс Тихий» находится на нескольких участках восточного побережья острова Сахалин. Этот уголок – это уникальный горный хребет Жданко с идущими от него скалистыми мысами и уютными тихими бухтами. Именно туда в июне отправилось 16 наших ребят. Мы на Сахалине! Об
устраивать зоны отдыха, очищать побережье Охотского моря от мусора, а также отремонтировать баню и построить туалет в визит-центре. Безумно красивый остров, был просто прекрасный вид. Это не первая поездка от нашего университета на Сахалин, но этот природный парк встречает наших добровольцев впервые. Наверное, самая живописная и желанная поездка этого сезона – Алтай. Ты смотришь на все эти горы, на все эти водопады, прямо растущие деревья, как это все красиво, как это все вживую. Это просто до мурашек. Этот регион поражает своей красотой и разнообразием природы. Озеро бирюзового цвета просто захватывает дух. Путешествие по Алтаю – это незабываемый опыт, который оставит у ребят из РТУ Мира яркие впечатления на всю жизнь. В этом году добровольцы РТУ Мира открыли новое направление Байкала – Баргузинский заповедник. Байкал влюбил меня в себя. Баргузинский заповедник – это целый день в мире. Студенты жили в палаточном лагере на берегу самого глубокого озера в мире и занимались благоустройством экологической тропы. Дирекция заповедного Приморья высоко оценила вклад наших добровольцев и пригласила их снова принять участие в летних экологических проектах. Мы приветствуем волонтерские проекты и будем очень рады ждать сотрудничать с РТУ Мира. В начале августа состоялась поездка в Забайкальский национальный парк. Добровольцы прошли по тропе «Путь к чистому Байкалу» более 50 километров за 7 дней. Это такая проверка людей, которая позволяет тебе понять, что с тобой действительно классные люди, которые тебе всегда готовы помочь, которым ты готов помочь. И действительно, ну, это круто ездить в такие поездки. А в конце летнего сезона ребята вновь вернулись в Баргузинский заповедник. Это просто невероятно. Во-первых, это похоже на море, а не на озеро. Тут прекрасные виды, горы. Недавно ездили к Нерпам. Они занимались расчисткой и маркировкой экологической тропы в бухте Змеевая и обустройством туристических стоянок. Кроме того, в июле проводились уже традиционные для нашего университета поездки. Белое море, Карачаево-Черкесская республика, Прибайкальский национальный парк, природный парк Ергаки, Северная Осетия, летнее Селижарово, Дагестан и башни Кавказа. Вишерский государственный заповедник стал новой точкой на карте, которую открыли для себя добровольцы РТУ Мира этим летом. Ребята провели там более 2 недель. На кордоне Лыпья волонтеры расчищали тропы, собирали мусор, проводили другие хозяйственные и ремонтные работы. Восхитительные пейзажи и чистейший воздух вознаградили ребят за смелость и упорство, а сплоченность команды придавала им сил. Больше месяца студенты РТУ Мира помогали полярной станции на острове Вайгач Ненецкого автономного округа. 3 июля волонтеры отправились из Архангельска на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов». Никто не знал, насколько была эта задержка, когда мы приедем, вот, потому что я должен был заниматься проектом в универе. Студенты ликвидировали стихийную свалку на полярной станции, подготовили к отправке более 80-200-литровых бочек, оставшихся там еще с советских времен. Но рассветы – это самое красивое, что я там наблюдал. В начале августа состоялась еще одна поездка в Приэльбрусье. Виды просто шикарнейшие. Спасибо, Мира, за такую возможность. Ну вы посмотрите на это. Что это красиво очень! Добровольцам предстояло провести маркировку и очистку дорожного полотна на туристических маршрутах к водопаду Девичьи Косы и ущелье Терскол. А в конце поездки под руководством опытных инструкторов флаг РТУ Мира был доставлен на вершину и поднят на самой высокой точке России – в горе Эльбрус. Это место почти отрезано от большой земли, а добраться сюда можно на вертолете или вездеходе. Речь идет про землю надежды. Добровольцы РТУ Мира около 2 недель провели на полуострове Ямал в предгорьях Полярного Урала.
Впечатления самые, что они есть, позитивные, самые лучшие, самые теплые, самые добрые от той атмосферы, которая здесь царит, от тех людей, которые здесь проживают, от их гостеприимства, от их тепла и от того, что от осознания того, что они делают. «Земля надежды» – это проект, созданный в 90-х годах ненецкой писательницей и просветителем Анной Неркоге. Когда я строила «Землю надежды», я, между прочим, никому ничего, ни у кого не спрашивала разрешения. То есть эту «Землю надежды» мы с семьей построили сами. Старый Варандей – поселок на территории Заполярного района. Он официально закрыт как населенный пункт в 2000 году. Именно туда отправились ребята из нашего университета в середине августа. Проведенные работы на территории побережья Варандея дадут возможность комплексно очистить территорию и улучшить экологическую ситуацию арктического региона страны. Печоры Илыческий заповедник – новая точка на карте, которую в этом году открыли для себя добровольцы РТУ «Мира». Две недели ребята работали в заповеднике и знакомились с суровой красотой природы Республики Коми. Очень все неизведанно и поэтому немножко страшно, но от этого не менее интересно. Добровольцы расчищали экотропы, маршруты патрулирования, лесные просеки и границы, а также выполняли другие хозяйственные работы. Не обошлось и без традиционной поездки на Черноморское побережье в Архипо-Осиповку. На данный момент волонтерская поездка в Краснодарский край является самой масштабной. Свыше 50 человек на протяжении 2 недель трудились на благо экологии Черноморского побережья. Я довольна, потому что у меня плюс 50 новых знакомств. В августе волонтеры РТУ «Мира» побывали на полуострове Таймыр, самой северной материковой части суши Евразийского континента. В Усть-Авами ребята вели строительство визит-центра и занимались сбором и утилизацией металлолома. В конце августа группа студентов и сотрудников РТУ «Мира» вновь отправилась к знаменитой таежной отшельнице Агафье Карповне Лыковой, чтобы помочь ей подготовиться к зиме. На будущий год приезжайте. Человек, у которого можно научиться чему-то новому, узнать что-то новое. На этом добровольческие поездки не закончились. Осенью наши ребята отправились в Сележарово, в осеннюю Себежскую вахту и в 2 смены в Балтийск. Продолжайте творить добро, и пусть ваше сердце всегда будет открыто для помощи тем, кто в ней особенно нуждается. Я доброволец РТУ «Мира». 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 Вместе мы сила. Добрый вечер еще раз, уважаемые друзья. Давайте поаплодируем и сразу поздравим друг друга с Днем добровольца в России, Международным днем волонтера. Этот день может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно когда-либо помогал обществу, не жалея сил и времени. Безвозмездная помощь на благо общества – это то, что делает наш с вами мир добрее и чище. Сегодня мы закрываем волонтерский сезон 2023 года в РТУ «Мира» и хотим подвести итоги, наградить волонтеров за их отдачу этому доброму и такому важному делу. Сегодня на это мероприятие к нам приехали особенные гости, чье участие и содействие в образовании и развитии нашего волонтерского движения имеет особое значение. Я хотел бы представить хотя бы часть из них. Друзья, пожалуйста, не нужно вставать, мы просто хотим отметить, что вы сегодня с нами и поблагодарить вас за это. Директор государственного заповедника Вишерский. Командир поискового отряда «Забытый батальон» Бумаков Владимир Викторович. Исполнительный директор проектного офиса развития Арктики Дерин Константин Витальевич. Директор государственного природного заповедника Ненецкий Золотой Станислав Алексеевич. Руководитель экспедиции РГО Иванов Андрей Александрович.
Представитель Салихарской епархии иеромонах Арсений. Сотрудники представительства правительства Рязанской области. Председатель проекта «Зеленая Арктика» Рожковский Евгений Витальевич. Представители Государственного университета управления. Представители Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Директор Российского центра освоения Арктики Умников Андрей Николаевич. А также, я, к сожалению, не знаю, успели ли прибыть на официальную часть представители природного парка «Мыс Тихий Сахалин». Спасибо вам! Спасибо вам! Для нас очень важно и почетно, что вы сегодня с нами. Ну а мы готовы переходить к самой важной части нашего мероприятия, к церемонии награждения, но откроет ее авторская композиция нашего студента-добровольца Эдуарда Арутюнова. Пожалуйста, поддержите его своими аплодисментами! Дорогие добровольцы, волонтеры, помните, волонтерство – это не то, что останется у нас после того, как мы отдохнули от работы. Это то, что останется у нас после того, как вы помогли другим. Никогда не думай, друг, что о тебе скажут. Просто делай от души, сердце тебе подскажет. Мы добровольцы, волонтеры, и это важно. Мира, спасибо, безграничная любовь в каждом моменте. В каждой поездке по нашей России, когда мы помогаем людям со всего мира, когда мы чувствуем тепло и заботу о каждом, в этом сила волонтера, в этом сила наша. У нас свыше 40 поездок много, волонтеров знает каждый место. Так точно. Это и есть простое уважение, да. Мира взрастила очень достойное поколение. Спасибо. В каждой поездке крутые ребята, в каждой поездке руководитель достойный награды. Приятно слышать от других людей слова. Спасибо вам за все, спасибо за ваши дела. Никогда не думай, друг, что о тебе скажут. Просто делай от души, сердце тебе подскажет. Мы добровольцы, волонтеры, и это важно. Мира, спасибо, безграничная любовь в каждом моменте. В каждой поездке по нашей России, когда мы помогаем людям со всего мира, когда мы чувствуем тепло и заботу о каждом, в этом сила волонтера, в этом сила наша. Мы добровольцы мира, и нам под силу любая жара, любая стужа, холод, тяжелый труд с любой непогодой. Дружим, ничего нам не помеха, дружа, стараемся для будущего лучшего. Волонтеры любят свою родину, любят путешествовать и помогать на территории. Души наши поют от проникновения истории, готовы познавать все новое и новое. Никогда не думай, друг, что о тебе скажут. Просто делай от души, сердце тебе подскажет. Мы добровольцы, волонтеры, и это важно. Мира, спасибо, безграничная любовь в каждом моменте. В каждой поездке по нашей России, когда мы помогаем людям со всего мира, когда мы чувствуем тепло и заботу о каждом, в этом сила волонтеров, в этом сила наша. Уважаемые друзья, ну что ж, добрые дела нас вдохновляют еще и на творчество. По-моему, замечательная композиция. Скажите, друзья! Ну что ж, а мы готовы приступить к самому приятному – церемонии награждения. Для вручения наград я хотел бы пригласить ректора МИРА Российского технологического университета Станислава Алексеевича Куджа.
Итак, друзья, Станислав Алексеевич, разрешите зачитать текст благодарности. Благодарностью от руководителя Федерального агентства по делам молодежи Разуваевой Ксении Денисовны за активное участие в добровольческой деятельности награждаются Виноградова Екатерина Александровна! Гагаринова Мария Константиновна! Есенгалиев Евгений Геннадьевич! Друзья, не торопитесь, сделайте памятное фото. Колотилина Софья Юрьевна! Логинцева Алина Альбертовна! Малясин Егор Иванович! Вот он, наш арктический герой, мчится на всех парах. Михайлова Владлена Сергеевна! Могилевский Максим Игоревич! Образцов Константин Дмитриевич! Панфилова Елена Алексеевна! Савинов Данила Михайлович! Селиверстова Анна Павловна! Тофан Екатерина Васильевна! Хохлов Георгий Викторович! Благодарю вас, Станислав Алексеевич. Давайте еще раз поаплодируем в поддержку этих креативных, желающих развиваться и приносить пользу человечеству людей. Спасибо вам за вашу добрую волю. Давайте каждый день стремиться делать добрые дела, как это делают участники и нашего волонтерского центра. Давайте посмотрим ролик проектов нашего центра непосредственно о их работе на местах. Ведь они не только посещают волонтерские поездки, но и трудятся здесь, на месте. Предлагаю к просмотру ролик об этом.
С каждым годом наш центр становится все лучше благодаря вам. Только за 2023 год более 1300 человек приняли участие в 80 мероприятиях, а количество волонтерских поездок превысило 47. Уважаемые друзья, ну что ж, у нас официальная часть была совсем небольшой, но все-таки я не могу не дать слово ректору МИРА Российского технологического университета, а может быть и Григорий Валерьевич, и Игорь Александрович хотят сказать какие-то слова. Станислав Алексеевич, пожалуйста, хотя бы пару слов для этих ребят, которые сделали просто невозможное. Дорогие друзья, ну на самом деле, знаете, крайне приятно, что в нашем университете, в техническом вузе есть столько неравнодушных людей, которые всегда готовы прийти на помощь, всегда готовы оказаться именно там, где они больше всего нужны. И мне крайне приятно, что вот сегодня это именно вы. Из нашего многотысячного коллектива совокупно больше там, 1500 человек участвуют в волонтерской деятельности постоянно. Но я уверен, что на вашем примере количество добровольцев, волонтеров у нас будет только расти. Вы огромные молодцы, мы вами гордимся. Делайте все, чтобы не подвести, чтобы у нас было еще много поводов говорить, что именно вы, студенты нашего вуза, что именно вы добровольцы, и именно вы являетесь сегодня элитой российского образования. Удачи вам! Всего самого доброго! Спасибо! Спасибо за замечательные пожелания. Григорий Валерьевич, пожалуйста, пару слов. Как вам песня, как вам ролик, как вам эти лица счастливые, довольные, которые нас радуют, и мы ими гордимся? Дорогие друзья, ну, во-первых, с праздником. И на самом деле, ну, сегодня волонтеры и добровольцы, они везде есть. Нам с утра до вечера по телевизору говорят, их действительно очень много. Но именно у нас они самые крутые. Это видно и по роликам, по вашим делам, по нашим делам. И уверен, что наш университет в вашем лице будет и дальше держать эту планку, эту марку лучших в стране, а что в стране, в мире волонтеров. Ну и пользуясь случаем, во-первых, с праздником вас, конечно, впереди сессия, удачи вам. А если вдруг удача где-то отвернется, ну, заходите, поговорим. С праздником, ребят! Спасибо огромное. Игорь Александрович, пару слов от вас. Да, с удовольствием. Ну что, всем привет. Я всех поздравляю с праздником. Вы заслужили вот это мероприятие, которое готовили для вас. Готовили с душой. Хочу сказать спасибо большое всем, кто принял участие в подготовке к этому мероприятию. Хочу сказать спасибо всем нашим уважаемым гостям, которые бросили все свои дела. Я не буду сейчас всех перечислять. Вот вам за это отдельное спасибо. Вы видите, что действительно ребята достойные. Они действительно, они вас ждали. Спасибо вам, что вы с нами в этот замечательный день. Ребят, еще раз вас с праздником. Все остальное скажем на деле. Хорошо? Праздником. Друзья, ну и для тех, кто еще не знает, наше мероприятие посетил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам, выпускник РТУ МИРА, Абетисов Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич скажет пару слов. Совершенно верно. Раз. Друзья, ну я всех приветствую. Из официальной части, ну, волонтерство крайне плотно и серьезно поддерживается президентом Российской Федерации. У нас есть огромное количество мер поддержки волонтеров. И вы это прекрасно знаете, я думаю, ощущаете на себе. Вот. Сегодня много вас поздравляли. Волонтер – это такая, на самом деле, такое состояние человека, когда ты весь свой свободный ресурс, который у тебя есть, а это и время, и кто-то сейчас СВО показывает огромное количество сборов волонтеров для наших войск, для помощи нашим ребятам там, любые ресурсы ты беззаветно даешь просто так. У каждого они абсолютно свои. Кто-то отдает деньги, идет в сборах, участвует, кто-то с детками занимается, кто-то с больными детками занимается и много другое. Волонтерство затрагивает все сферы нашего общества. Тут вообще абсолютно все. И
Состояние волонтерской системы в любой стране, в первую очередь, показывает о ее моральном здоровье. Ее моральном здоровье. Если волонтеров много, и порыв души человека такой всеобъемлющий, поддерживаемый в обществе, то значит и страна здоровая. Вот мы с вами живем в абсолютно удивительной и здоровой стране. И за это, в первую очередь, спасибо вам. Ну, а как выпускник МИРА, что я могу сказать? Я горжусь тем, что вуз впереди не только по науке, не только по учебе, не только по инфраструктуре, но еще и по волонтерству. Все самые крупные волонтерские объединения вузов находятся, из вузов находятся здесь. Там, начиная от там, моих любимых спасателей, как бы я могу сказать, что 95% гуманитарных грузов, которые уходили на территорию СВО по линии там, Общероссийского народного фронта, поначалу вообще проходили только через МИРА, потом к этому подключались постепенно все другие отделения. Студенческий союз МИРА, одна из крупнейших уже много лет организаций, уже даже боюсь, блин, эту цифру называть, сразу начинаю ощущать себя старым, и когда на Петушкова посмотрю, вообще плохо становится. Вот. Когда-то мы все это здесь начинали строить. Огромное спасибо ректору, который поддерживает эту историю. Но со своей стороны могу сказать, что куда бы мы, выпускники МИРА, не добрались, мы никогда не забудем свой родной вуз и всегда будем помогать. С праздником вас, друзья! Обнимаю. Благодарю вас. Друзья, ну и что хочется сказать. Спасибо вам всем за то, что вы пришли. Спасибо вам всем за то, что вы нашли время. Мы трудились, мы реально не спали эти дни, и есть этому свидетелю. А сейчас за все ваши труды получайте удовольствие. Мы приступаем к развлекательной части программы нашего мероприятия. Спасибо вам! Получайте удовольствие! С праздником! Уважаемые друзья, вас ждет небольшое таинство, вы сами все поймете. Сегодня работаем не по инструкции, сегодня вас ждет удивительный праздник, и вы окунетесь в его атмосферу. Пристегните ремни. А я напоминаю, что мы можем продвигаться в сторону удивительных звуков. Пожалуйста, обратите внимание на угощение. Это все для вас.
А это все, на что вы способны по аплодисментам, да? А можно чуть больше дать? Слушайте, у меня очень странный вопрос будет, точнее просьба, наверное. Поднимите сейчас обе руки вверх, все присутствующие. Возьмитесь за руки. Возьмитесь за руки. Возьмитесь. Ож. А вы прям, ну, мы сейчас «Лебединое озеро» танцевать будем, вы так под ручки взялись. За руки. Чувствуете? Чувствуете, кто-то ел на фуршете руками? Нормально. Это бывает. Крепче сожмите. Покачайтесь все вместе. О, и теперь вот так вот все вместе идите ближе сюда. На меня. Идите еще сюда. Не отпускайте плечом к плечу. Рука в руке. Вот совсем другая атмосфера. Вместе пошумите, покричите еще разочек. 3-4. Кайф. А вот теперь смотрите. У нас же как бы сейчас можно отпускать все. Отпускать. Я чувствую себя как Брайан Трейси. Поднимите, отпускайте. У нас же вроде бы как уже не официальная часть, правильно? Поэтому нужно как-то выйти, сломать вот эту всю систему, которую, музыки серьезно, которая звучала. Смотрите, я сейчас обращаюсь к вам. Мне нужно как бы уйти за кулисы и выйти еще разочек. И у нас есть на выбор 3 композиции. Вы решаете, под что мы начинаем. От вашего выбора вообще зависит, как пройдет в целом сегодняшний вечер. Вот это автопать. Можно первую композицию? Если нравится, прям качайте. Если нет, так и нет. Вы бы видели, там у кого-то глаз задергался. Они такие, что, опять? Может быть, еще и галстук вернуть сюда? Это первый вариант. Есть второй, дай второй. Это второй, но там видно, народ начинает уже качать головой, таки прикольно, под эту музыку можно выйти, накричать на вас из серии громче, я вас не слышу, и провести пару глупых конкурсов. Есть третий, экспериментальный. Если вы его выбираете, мы вообще не знаем, как будет разворачиваться этот вечер. Попробуем. Наверное, это мой рай, искать его отражение в предметах черного цвета. Секунду, да, я вас увидел. Ох, у кого-то сейчас будет слом сознания, конечно. Вы бы видели, как на меня сейчас, каким взглядом смотрели в этот момент. Что, ведущий серьезно будет выходить сейчас под Максим? Попробуем. Я верю в вас. Вы же волонтеры, вы же поддержите меня. Давай. Наверное, это мой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе мать. И еще раз, обе руки вверх. Наверное, это мой рай. В лучах оконного света так близко кажется небо, когда глаза цвета. И поем вместе. И хорошо, что он не знает про такое. В мечтах моих ванильные снежинки, зима под шагами босоногими метели и лед, он больше никогда из мыслей моих не уйдет. И мне не стыдно закричать о том, что красиво. Похлопайте друг другу. Вы классные, вы крутые, вы хорошие. Кровь я продолжаю повторять тебе, что все хорошо, но понимаю, он мне нужен. Да, на эти 4 голоса мы и рассчитывали сейчас. Давайте знакомиться. Если у кого-то были психологические травмы, мало ли вдруг ходили на мероприятия, после которых нужно вот к психологу, но после карандашей, бутылочку и шариков, сегодня этого не будет. Ну, если вы очень сильно не попросите, конечно. Меня зовут Сергей, моя фамилия Внуков. Я буду благодарен, если вы еще чуть-чуть похлопаете. Самую малость. Круто. Приятно. Я здесь не один, вам ее не видно, но там... Она на подставке стоит, потому что, ну, даже с подставкой ее не видно. 152 сантиметра хорошей музыки, диджей Наденька слышит, видит. Поддержите. Если честно, можно двигаться сюда. Там, когда барабанщики начали выступать, я смотрю, такие по периметру все встали. Я думаю, ну, наверное, стекла мы такие вот, глядите на нас. Вот, совсем другое дело, подходите сюда.
Немножечко эмоций. Я хотел сказать, наверное, признаться. Можно трогательную музыку? Есть какая-то любая трогательная музыка? Я хотел признаться вам всем, что пока у вас была официальная часть, пока вы сидели на стульях, смотрели, я понял, что не в том месте и не в то время я учился. Когда был ролик, я вам честно скажу, у меня, у диджея, у нас мурашки пошли от того, как вы проводите свою жизнь, как вы путешествуете, какая поддержка, как вы аплодировали вашим собратьям, которые выходили на сцену получать награды. Это круто. Поддержите себя еще раз, похлопайте. Вы крутые. Выше неба паруса, свой полет по жизни люди сделай сам. Вы бы видели свои лица, когда вы смотрели фильм, узнавали места, в которых вы были. Кто-то узнавал себя, да ладно, там улыбались. Вы не, там телефоны доставали и снимали видео. Ну, мы можем это видео вам скинуть, но вы снимали. А отдельно, а здесь Эдуард, который гимн пел? Здесь? Парень, который вот исполнял гимн. Кто-то видел его? Ушел? Он вернется сейчас? А можно музыку «Жди меня»? Вдруг кто-то видел? О, дорогой зритель, если вдруг кто-то из вас знает, где сейчас находится Эдуард, видел, а еще лучше слышал его голос, реагировал на гимн, как хотелось хлопать и танцевать, поднимать руки, но вы всячески сдерживали себя. Если вдруг увидите его, позвоните на телефон горячей линии 937-9992. Не то, другой номер, а там чуть позже появилась же мобильная связь. 8-800-2600. Жди меня. Увидьте Эдуарда, передайте ему, что мы ждем его здесь на сцене. Похлопайте ему. Услышали. Спасибо. И еще на экране была... Мы сейчас перейдем к награждению. Я вижу, у нас очень подарков для вас. И на экране еще я видел одна девушка, которая говорила спасибо большое за эту жизнь. Здесь она есть, нет? Маша, если я ошибаюсь, зовут. Такая прям кричала. Ладно, хорошо, чуть позже к ним вернемся. С вашего позволения, я знаю, что у вас проходили конкурсы. Сегодня Международный день волонтера, но у нас есть еще награды. Проходил конкурс видеоконтента «Мой любимый РТУ Мира». И говорят, за участие и победу дарят неплохие призы. Не просто неплохие, а я видел эти призы. Поаплодируйте, кто участвовал там. Но в целом, вот 7 человек, а подарков больше. Можем и не раздавать тогда. С вашего позволения, оглашу весь список. Этих ребят приглашаем сюда на сцену. А вы, как настоящие друзья и коллеги, поддерживайте их. Боровинских Никита Игоревич. Стрекалова Полина Олеговна. Поднимайтесь на сцену. Бутенко Михаил Александрович. Опенышев Степан Геннадьевич. Дягилев Ярослав Сергеевич. Ташенчук Игорь Дмитриевич. И Карпова Алина Романовна. О. Это они? Давайте двигайтесь сюда. Чуть-чуть центрее. Я освобожу сцену для вас. А ко всем происходящим, смотрите. Во-первых, вам главный приз – это признание и почет публики. Поаплодируйте им. Сейчас поднимите одну руку вверх. Поднимите. Да, не стесняйтесь, поднимите ручку. Смотрите, они сейчас делают мах, вы делаете в этот момент хлопок. Почувствуйте это. Махните все вместе. Еще. Еще. А есть со стороны ощущение, что они вот эти как китайские котики, приманивающие деньги? Чуть больше эмоций, а можем музычку фоном поставить? Приготовились? Все вместе, всем залом, ритм музыки. Прям отдайтесь полностью ею. Готовы? Кайфуйте, выше руки! Еще разочек! Давай! И громкие продолжительные ребятам, оставайтесь здесь на сцене для вас. Приготовили подарки, чтобы вы продолжали точно так же
делать контент, который вы делаете, это для вас РГБ лампы. Поднимите их вверх. Да не руку, а подарки. Поставите, похлопайте, они классные. Споем вместе. Спасибо большое, ребят. Эти аплодисменты вам. Спускайтесь. Да. Иди сюда. Иди сюда, дорогая. Поднимайся на сцену. Это Эдуард. Вы видели его. Вы слышали. Повезите, похлопайте. Блин, во-первых, ты очень круто кланяешься. В конце, когда закончил. Можешь еще раз повторить это? Там твои фанаты. А помнишь еще момент? Во! Ты же ощутил эту эмоцию, когда исполнял гимн? Ты видел по глазам, что люди готовы были сорваться и стоя, махать фонариками, поддерживать тебя. У меня и очень крутой клип был на этом фоне. Можете достать фонарики все на телефонах? Поднимите телефоны все. Включите на них фонарики. Моя игра. Мы сейчас восполним эти эмоции, которых баста, сам не хватило. Здесь. Поднимите два, выше. Два, нуля, Эдуард, шесть. Они твои, просто покачай здесь. Подожди секунду, стоп. Вы пока не убирайте. Знаете, что Эдуард сказал? Он не знает эту песню. Он плюс будет звучать, не переживай. Просто покачай нам для контента. У нас ребята забрали РГБ-лампы. Поднимите, мы это все вставим в клип. Да, да, ты как Баста. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни, цель одна. Со мной все нормально, ну и что, что кровь. Кайф, ты очень крутой, и это было прям в сердечко. Похлопайте Эдуарду, спасибо тебе, дорогой. Честно, была бы чуть повыше сцена, я бы предложил тебе разбежаться и прыгнуть. А пока спускайся туда, дорогой. О. Как у вас настроение, как силы есть? А можете еще погромче пошуметь? Спасибо. У нас есть еще одни финалисты, мой любимый РТУ Мира. А может, мы уйдем на рекламную паузу, я потяну интригу в этом? Не-не-не. Третье место в конкурсе видеоконтента. Мой любимый РТУ Мира занимает Кудинов Георгий! Пожалуйста. Георгий, не уходите пока. А есть ощущение, что, ну, для Георгия это как бы и не удивление. Он такой сразу возле сцены. Ну, я ждал этого момента. Оставайтесь здесь. Второе место. В конкурсе видеоконтента занимает Николаева Евлалия. Внимание! Здесь камера GoPro для контента. Здесь Fuji. И у нас есть первое место. Возможно, ну, есть какие-то догадки у вас, кто это. Первое место. Батурин Марсель!
эффект он появился. Так, я знаю. У меня первого перед Новым годом появится новенький iPhone. Это мой выбор. Очень конкретный дар. Я заряжаю калибр. Чё за лев этот тигр? Можете повыше поднять, похвастаться? Ребят, поаплодируйте, поддержите. Ну, и эти аплодисменты уносят вас обратно на места. Присаживайтесь. А вы что, ну, посмотрели, кому мой iPhone отдали, и все, уходите? Подожди. А можете эффектно уйти под грустную музыку, в конце обернувшись на нас? Посмотрите все и помашите рукой его туда. Мы обещаем себя здесь очень хорошо вести. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути. Никогда уже. Не вернуть. Это ведь не все подарки. Я говорил, что у нас очень много подарков. Не то, чтобы у нас в целом автопати состоит из вручения подарков, но есть еще три места, которые мы наградим сейчас. У вас же есть социальные сети. Я когда ехал сюда, перелистывал их в социальных сетях, смотрел, и потом, когда мне дают сценарий, я понимаю, что этих людей я там уже видел. За самую большую активность ВК тоже подвели итоги. Это буду делать каждые три месяца, поэтому каждый из вас может проявить себя и забрать подарки. Ну а сейчас третье место. Максим Кубышкин. Второе место. Анна Петрова. Свободного времени и очень быстрые духотворенные пальчики, чтобы стучать по клавишам. Иван Качура! Ух ты ж! Ребят получают сертификат. Готовьтесь, от них будет еще больше контента. Теперь не только комментарии, но и сторисы в Телеграме. Потому что у ребят годовая подписка на Телеграм премиум. Каждому из вас. Поддержите их, похлопайте. Было. Пускай. Слушайте, а чисто теоретически можно вас попросить вот отсюда двинуться на эту сторону встать? Двигайтесь, да, да. И вы все. Вот сюда, двигайтесь на эту сторону. А вы здесь, лицом к нам. Повернитесь. Двигайтесь чуть-чуть еще сюда. Да, красиво, красиво. Да-да-да, слово пацана сейчас будет. А вы прям, ну, ребята серьезные, я смотрю. В костюмчиках заехали. Объясню, здесь очень много операторов у вас, очень много камер. Девчонки, вставайте тоже сюда. Нам нужен красивый кадр сейчас будет. Посмотрите друг на друга. Возможно, вы знакомы. Кто-то друг с другом учится вместе. Мне понравилось, что на логотипе Дня волонтеров есть одно движение. Очень много передающее. Поддержка. Это поддержка, самая главная поддержка у цирковых артистов. Так ты крепче всего держишь партнера. Вот сейчас посмотрите друг другу в глаза. Запомните. Этот момент. Запомните этот день. И сейчас, как бы не хотелось, засучите рукава, взять снежки. Мы здесь не для этого. Максимум открыть рукава и показать, что они у тебя чистые. У тебя в руках ничего нет для того, чтобы встретиться здесь сейчас красиво и пожать друг другу руки. Да. А прям с камерой, смотри, можешь уходить, они такие будут встречаться здесь. А подожди секунду, вы кто-то серьезный у них, да? Просто такой,
Подержи. Сейчас я буду. Я готов, я нашел себе жертву уже. Как зовут вас? Анзор. Анзор. Все? В целом наш диалог окончен, Анзор. Спасибо большое. Да. А у вас что там? Пунш? Все, закончился и на этом диалог. Даже не так. Отвернитесь все, вы смотрите на спину, на стену, и вы. Я дам команду, вы поворачиваетесь и идете друг к другу, глядя в глаза, и здороваетесь все. Да. Лирика, вы ждали этого дня, Международного дня волонтера. И каждый год это будет традицией, когда, видя друг друга, заходя в стены, вы будете встречаться и сжать руки. Давай, повернитесь. Пойдите навстречу друг другу. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. Развернитесь сюда, поближе к сцене. Так печально кидают. Еще поближе к сцене можно. Сейчас на сцене выступят ребята, которых вы очень хорошо знаете и любите. Но перед этим чуть-чуть разогреемся. Все присутствующие. Смотри, делаем один шаг, потом другой, потом хлопок. Готовы? Просто как у больших звезд на концертах. Готовы? Шаг, шаг, хлопок. Все вместе. Еще разочек! Мы с вами дальше будем еще петь, а сейчас будем танцевать и петь вместе с ребятами. Вы знаете их? Я говорю на чистоте, а вы бесконечности. Готовы? На чистоте? На чистоте? А вы в конце разбегаетесь и прыгаете еще в толпу. Вы готовы, ребят? Готовы? Сколько? Ты скажи просто. 3 минуты. Я могу просто считать от обратного. Так, смотрите. Расскажу, что у нас будет дальше. Во-первых, тебе спасибо, что провел. У нас будет музыкальная бинго, и есть много подарков, которые у нас тоже готовы для вас. Для этого вам нужно будет просто присутствовать здесь, заполнять, знать музыку и петь вместе с нами. Там есть фуршетная линия, есть вода. Можно брать еду и танцевать, и кайфовать здесь вместе с музыкой, с едой. Есть барные столики. Привет. Иди сюда. Как зовут тебя? Алена, ты тоже здесь учишься? Да? Алена, какой курс у тебя? Садик. Садик? Алена, я тебя сейчас подниму на руки. Будь аккуратна, пожалуйста. Алена, это теперь все твой прайд. Че, вы смеетесь? А лет через 20 вы к ней поступать, отправите своих детей. Она крутая. Они крутые? Вы их знаете? Там кто-то, ваши парни? Почти? Давай, кто нравится из всех? Вот тот за барабанами, вообще классный. Вау, подожди секундочку. Это у нас любовная почта. Как зовут тебя? Саша. Саша. Саша, ну это не мне нужно было говорить девчонкам, Саш. А можешь дать пару ударов? Смотри, как девчонки начнут визжать просто на тебя. Сань, давай.
А это только с барабанщиками работает или нет? Дай пару струн. Так, я понял, на Сашу кричали девчонки, а на тебя почему-то парни там сейчас завелись. Ты тоже Саша? А все, все, готовы? Да, мы готовы. Вау! Поддержите, ребята, аплодисментами, дайте шума, они классные. Коллектив на частоте бесконечности, специально для вас. Ну что, заряжаем? Команде коллектива на частоте бесконечности.
Хали-гали. Два. Thank you.
чего, скажи мне, луна Сен-Тропе, когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла ноль, если тебя рядом нет, даже солнце мне Монако. Для чего, скажи мне, луна Сен-Тропе, когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла ноль, если тебя рядом нет, я открываю шкаф и голову ломаю, что мне к тебе надеть, я вечером не знаю, продумала сто раз, я как попрощаю. На меня, что я теряюсь. Ты и я одеты мимо всей вселенной, а тебя прошу лишь одного, держи меня, ты изо всех мужик лучше, я тебя заберу с собой. Зачем мне солнце, луна, для чего, скажи мне, луна в Сен-Тропе, как ты твой взгляд светит. Я рядом.
А на эту сцену приглашается Зайнуллина Диана, школа мюзикла! Души.
здорово. Спасибо. А следующая песня. Ребят, все, кто сейчас находится вот в этом зале, подходите сюда. Ближе. Все, кто находится в соседнем зале, заходите в этот зал, а потом подходите сюда ближе. В целом, алгоритм вы поняли. Не переставать хлопать, на самом деле. Ну, круто, круто. Подуйте на нее все. Ух. Чувствуешь себя, как в «Титанике». А вот теперь столько же внимания вот сюда на сцену, вот этой девчоночки. Ее зовут Диана, и у Дианы сегодня день рождения. Happy birthday.
огромное, безумно рада разделить этот день здесь с вами в такой прекрасной атмосфере, с моим любимым коллективом. Вы оценили, спасибо, какой фуршет заказала Диана себе на день рождения? Мало того, она себе на день рождения еще и музыкальную группу заказала, еще и поет вместе с ней. Поддержите, ребят, похлопайте, Диана, с днем рождения! В завершении сегодняшнего вечера с нашим коллективом, но не в завершении вечера всего, мы исполним песню «Люби меня, люби». Но перед тем, как ее исполнить, хотелось бы сказать отдельные слова благодарности Константину Петровичу за Мартыновскому, за то, что предоставил нам возможность выступить на сегодняшнем мероприятии. Очень большое спасибо! Вы классная публика. Российский технологический университет МИРА достоин для того, быть площадкой для самого крутого волонтерского центра. Вы согласны? Ну что, финальная? Поехали. Поднимите ручки. Покайфуйте все вместе. На